Всем привет, меня зовут Настя, я являюсь мастер-трейдером сети BrightFit. Недавно мы спрашивали вас, какие мифы о спорте и фитнес-клубе вы знаете. Ответы мы получили следующие. Сегодня я постараюсь развеять все мифы о фитнес-клубе и замотивировать вас заниматься в фитнес-клубе. Поехали! Разберем первый миф. Если резко бросили зал, то сразу растолстеешь. На самом деле все сугубо индивидуально и зависит от организма и питания. Вы можете поправиться, если будете продолжать питаться в том же режиме, как и раньше. Конечно, мышцы станут меньше, сила тоже уменьшится, но ничего страшного не произойдет, если вы будете продолжать следить за собой и правильно питаться. Важно понимать, что энергозатраты внушительно снижаются, когда вы перестаете тренироваться, все благодаря уменьшению мышечной массы. Просто следует сокращать порции, в противном случае жировые отложения увеличатся. Миф номер два. Нельзя пить во время тренировки. К сожалению, огромное количество людей игнорируют питьевой режим во время тренировочного процесса. Кто-то считает, что и так употребляет должное количество жидкости в течение дня, а кто-то просто забывает взять воду на тренировку и не видит в этом ничего страшного. Многие уверены, что если не пить, то быстрее похудеешь. На самом деле, если не пить во время длительной тренировки, то начинает повышаться температура тела, с которой организм начинает бороться естественным путем, выделяя пот. Как только нехватка жидкости в организме начинает превышать 2%, в организме начинаются процессы, которые борются с обезвоживанием. Другими словами, эффективность такой тренировки резко снижается. Более того, при потере жидкости свыше 4-5% может случиться тепловой удар. Ну и разберем третий миф, касается он девушек. Пойдешь худеть в тренажерный зал и накачаешь огромные мышцы. На самом деле переживать не надо, наша гормональная система устроена совсем иначе, не как у мужчин. У девушек нету столько тестостерона, чтобы накачать огромные мышцы, как у мужчин. Форма, а именно пропорции, нарабатываются годами, долгим и упорным трудом. А самое главное – регулярностью ваших тренировок. Приходите тренироваться в BrightFit, и персональный тренер поможет развеять все ваши сомнения. Хочешь протестировать фитнес? Ссылка в описании. Не забывай подписаться на наш канал, ставить лайки и включить уведомления.